Эта всероссийская акция стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге. Оттуда команда федеральных специалистов отправилась в автопробег по городам России. В общей сложности экспедиция посетит 50 регионов страны. В Югре специальный фургон остановится в трех городах – Ханты-Мансийске, Сургуте и у нас в Нефтеюганске. И вот это экспресс-тестирование помогает, в принципе, выявить людей, у которых есть данное заболевание, и на ранних этапах начать лечение, наблюдение, чтобы не допустить снижения качества жизни пациента. Этот тест будет отличаться от тех, которые обычно проходят у нас в городе. Ранее нефтеюганцам для определения ВИЧ-статуса нужно было сдать слюну. В этот раз – кровь из пальца. По сравнению с прошлым годом у нас выявляемость снизилась. Если за 2020 год у нас за вот аналогичный период времени было выявлено 48 человек, а сейчас зарегистрировано только 40 новых случаев заболевания. Также последние года специалисты наблюдают увеличение возраста заразившихся ВИЧ-инфекцией. Если раньше это были все-таки от 20 до 35, то сейчас регистрируется и от 40 до 50 и даже 65+. Долгое время Нефтеюганск занимал лидирующую позицию по округу. Сейчас ситуация изменилась. Теперь первое место по числу пациентов с ВИЧ-положительным статусом занимает Сургут, второе место – Нижневартовск. Нефтеюганск замыкает тройку лидеров. На сегодняшний день на учете стоит чуть меньше 1300 человек. А в среднем за последнее время мужчины и женщины количество практически сравнялось. 16 деток, то есть в возрасте до 18 лет. Экспедиция с федеральными медиками будет работать в Нефтеюганске 12 сентября на площади Юбилейная с 14 до 18 часов. Тестирование анонимное. Дарья Лунькова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».